Арестович. К нашему разговору подключается экс-депутат Госдумы РФ, политик Илья Пономарев. Илья, приветствуем вас. Здравствуйте. Сразу же после того, как представитель российской стороны на этих переговорах Владимир Мединский дал пресс-конференцию, заявил о том, к чему вот пришли предварительно, его уже назвали предателем, да, и в России начались настроения совершенно не те, на которые, видимо, сам Мединский рассчитывал. Прокомментируйте, пожалуйста. Я не думаю, что Мединский хоть на что-нибудь рассчитывал. Это, вы знаете, нашего президента отдельные недальновидные товарищи любили называть клоуном. Но вот сейчас вы видите настоящего клоуна, который представляет Российскую Федерацию. И это чистой воды вот марионетка на пальцах. Да? То есть у него нет ни своей головы, ни своей воли, ни своего имиджа. Он полностью в этом смысле зависит от Владимира Путина. Поэтому обсуждать, как там это воспринято с точки зрения его репутации, бессмысленно. А с точки зрения российского общества, ну что ж, господин Путин является заложником своей собственной пропаганды. Если предположить, что в Украине нацисты, фашисты, бандеровцы, то, конечно, нынешний договор выглядит как капитуляция, чем он, ну, на самом деле мягкой капитуляцией является. И поэтому очень многие люди, которых вот так вот возбудил, да, они сравнивают это с Хасавюртом 96-го года, то есть с аналогичным договором, который Россия заключала с Чечней. Илья, скажите, да. Илья, а каким образом Путин может все-таки это преподнести внутреннему своему избирателю? Вот недавно был концерт-митинг на Лужниках, посвященный дню оккупации Крыма, по сути. Всем русским, которые поддерживают Путина, очередной раз объяснили, что мы очень правильным путем идем, спецоперация у нас по плану. А, ну вот, как Владимир сказал, там в комментариях просто страх и ужас. Зрада отдыхает в наши самые бурные политические времена. Ну вот как это Путин преподнесет, как он это объяснит? Ну, как объяснять, то он это будет понятно, как он будет объяснять то, что вся эта так называемая спецоперация затевалась для обеспечения безопасности ДНР и ЛНР. А все, значит, военные экспедиции в других частях Украины, они были нужны для того, чтобы подорвать военный потенциал Украины, а не для того, чтобы там захватить какую-то территорию. Вот и все. Вот это будет такой ответ и такие разъяснения. Вопрос только в том, что значительная часть российского общества в этом не верит. И будет происходить тот эффект, про который, ну, в общем, там, ваш покорный слуга неоднократно говорил, что Путин будет иметь оппозицию, что называется, слева и справа. То есть он будет иметь позицию со стороны тех радикальных имперцев, которых он призывал на свою сторону, там, таких вот людей, типа там Гиркина-Стрелков. Да? Ну а с другой стороны, конечно, там, проевропейскую оппозицию там, во всей ее многообразии. Илья, как вы считаете, подписание этого документа, если оно произойдет или когда оно произойдет, будет ли это означать отмену санкций западных? Во-первых, я, честно, довольно скептически отношусь к тому, что оно произойдет. И думаю, что просто Путин там для себя решает это таким образом, что ему в любом случае нужна передышка. Там, значит, получится, не получится, это уже там вопрос десятый, это в любом случае ему выгодно. Я просто не очень понимаю, каким образом может быть реализовано то, про что написано, ну, озвучено, да, то есть вот, значит, написано там до конца, понятно, да, то есть, но озвучено относительно этих переговоров, вот то, про что только что говорил Алексей Арестович, да, ну, там, те же самые гарантии а-ля НАТО, там, а-ля пятая статья НАТО, но только круче, значит, они требуют, безусловно, не просто многостороннего договора с западными странами, но еще и ратификацию этого договора парламентами западных стран, аналогичную тому, как был ратифицирован Вашингтонский договор по образованию НАТО. Ну, есть некоторые сомнения относительно того, насколько это быстро и реально можно осуществить, а без этого это, в общем, гарантия ничуть не лучше Будапештского меморандума. Точно так же мне совершенно непонятно, каким образом можно осуществить процедуру референдума на территории Украины, если у нас 10 миллионов внутренне перемещенных лиц и 3 миллиона беженцев, и плюс к этому военное положение. Допустим, ладно, военное положение, парламент может принять решение о том, что это нормально проводить референдум в условиях военного положения. Но чисто технически людей-то надо вернуть для того, чтобы они могли проголосовать, иначе это будет тоже не референдум, а
Филькина грамота, при этом надо, чтобы в этом приняли участие и жители оккупированных территорий, а это, почитай, четверть территории Украины. И, ну, то есть одни в этом смысле вопросы, но я считаю, что все равно мы сделали шаг вперед, и наша армия тоже не будет тратить время в течение всего происходящего, и в России ситуация будет продолжать раскачиваться, расшатываться, и тут либо шаг, либо падишах, в общем, надо двигаться вперед. Ну, кстати, да, по поводу референдума есть одно условие, это полное прекращение огня, 100%. А с другой стороны, меня, например, коробит, напрягает, даже не знаю, какой еще термин здесь применить, это то, что одним из гарантов безопасности Украины будет Россия. Россия – гарант безопасности Украины. Как считаете, возможно нет, такое? Нет, это абсолютно правильно. Это, знаете, здесь надо смотреть не на эмоциональную сторону вопроса, а на чисто юридическую. Да? То есть подпись России должна стоять под каким-то документом, который дает Украине безопасность. Если России не будет стоять такой подписи, то есть ее не в чем будет обвинить. Да? То есть вот, а что она тогда нарушена? Вот. А мы понимаем, что пока Путин в Кремле, она обязательно это нарушит. И пример того же самого Хасавюрта – это наглядная иллюстрация, что Хасавюртовские соглашения в 2006 году были подписаны, а потом в 2000 году началась вторая чеченская война. Пока Путин останется в Кремле, Украина в безопасности не будет. Смотрите, Илья, у нас вообще нет никаких иллюзий. Мы буквально вот минутой ранее говорили с мэром Чернигова, и их город бомбили сразу после переговоров и сразу после того, как Мединский на весь мир сказал о том, что эскалация в Киевской и области, и на севере будет уменьшена. Да? И после этого бросали бомбы на жилые кварталы. Поэтому иллюзий никаких нет. Давид Арахамия, вот оговорюсь, он сказал, что будет сначала временная имплементация этого договора, естественно, до референдума, да, поэтому, конечно же, до референдума мы не можем ждать и воевать, его невозможно будет провести во время военных действий, поэтому сначала прекращение огня, временная имплементация этого договора и после этого референдум. У меня к вам вопрос следующий. Каким образом поведет себя российская оппозиция после этого подписания? Как вы считаете, возможно ли, что в России пойдут абсолютно другие политические процессы? Потому что, ну, вот мы вчера видели, что и российская интеллигенция уезжает в большом своем количестве. Вот как-то вы будете объединяться, ведь вы все-таки тоже в какой-то роли представитель российской оппозиции были до недавнего времени. Смотрите, ну, во-первых, я вам как житель Киева просто 5 копеек хотел сказать, да, то, что вчера в ходе, после всех этих переговоров над Киевом было перехвачено 20 ракет, которые летели по городу, да, я слышал своими ушами взрывы, которые происходили, а мои друзья, которые воюют на западном направлении, участвовали в боях по Житомирской трассе, да, и они никуда не делись, да, то есть вот и там были ранены и погибшие, к сожалению, в ходе этих боев. Так что, ну, цену обещаний мы все знаем хорошо. Что касается оппозиции, то ситуация такая. Я абсолютно убежден, что время вот этих вот либеральных, значит, протестов с воздушными шариками прошло. Ни про какое объединение, конечно, мы в данном случае не говорим, потому что очень трудно объединять людей, которые совершенно по-разному видят будущее страны, совершенно разному видят алгоритм своих собственного поведения. Да, я не могу осуждать тех людей, которые уехали, но, тем не менее, психологически те люди, которые уехали, это в значительной степени отказ от борьбы и отказ от работы на смену власти в стране. Я думаю, что сейчас на арену российского сопротивления выйдут другие люди и другие методы. Но для этого просто требуется немножко времени, но запрос на это столь высок, что я думаю, что обязательно предложение на этом политическом рынке будет. Спасибо вам огромное. Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы Российской Федерации и политик, ныне проживающий в Киеве, что немаловажно.